Приветствую вас, друзья. Для тех, кто смотрел мое видео о написании сирени, думаю, будет интересно продолжение. Как можно улучшить эту картинку? Естественно, пописать мелкие детали. Например, меня не устраивает план фона. Его листья хотелось бы увести в глубину. Погасить, сделать темнее. Есть у меня испытанный прием с полупрозрачной краской. Ван Дик коричневый. Им просто покрываю весь задний план и в глубоких темных местах передний. Смотрите, как уходит дальний план в глубину. При этом остаются видны листья. В первой части я говорил, что невозможно положить яркие мазки по сырой краске. По просохшей поверхности можно. Для светлых мест сиреневой сирени, я как и в прошлом сеансе, делаю замесы из фиолетовой и сиреневой краски. Для белой сирени, буду пользоваться чистыми белилами в свету и голубым замесом капелька кобальта синего на цветочках в тенях. Рассказывать в принципе нечего. Как я и говорил, по сухой поверхности писать светлые акцентные места чистыми красками легко, не мешается в грязь. В общем, лучше смотреть, чем слушать. Листья. Чтобы подчеркнуть свет и блики чистыми красками, я также использую голубой замес и чистый кадмий желтый. Но предварительно увлажняю листики переднего плана прозрачной травяной зеленой. Увлажнение даст легкое скольжение кисти. Краска эта прозрачная и в тонком слое ничего не закрасит, но немножко погасит яркие места и объединит листики в один тон. Ой, что-то я сегодня приболел. Далее, голубой краской добавляю рефлексы неба и желтый свет на листиках. Уточнять детали, конечно, можно до бесконечности. Чтобы не перегрузить картинку, тоже важна мера, как я для себя понимаю. Поэтому, весь этот сеанс длился минут 15-20. Для тех, кто боится многослойной живописи, из-за того, что долго ждать просушки, суммирую время написания сирени. Подмалевок 30 минут.
Письмо. 1,5-2 часа. Ну, пусть будет 2. И детали. 20 минут. Меньше чем за 3 часа была написана эта картинка. Сколько нужно возиться, чтобы написать с таким же результатом, но за один сеанс? Даже если провозиться весь день, результат будет другой. Или все переместится в грязь, или нужно писать пастозно, вплоть до наложения краски мастихином, чтобы как-то оставались яркие мазки. Вот результат 15-минутной работы. За счет небольших ярких мазочков белая сирень засияла. Весь букет стал воздушней. Невооруженным глазом видна разница. В общем, всем, кто будет писать сирень, желаю достичь наилучших результатов. До новых встреч, друзья!